Я вижу лодку. Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. У них у людей кошмары. Сами кошмары. Жаль, у нее нельзя спросить. Атрей, ко мне! Я иду, иду! До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что больно. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он Ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: «Пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира». Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Вернулся.
Что это такое? Это мировой змей! Разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Какой-то рисунок. Может, карта? О, может, это карта сокровищ? Вот это статуя. Кто ее поставил? Не знаю.
можно остановиться здесь. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Отлично. Я хотел немного осмотреться. Когда мы захотим продолжить путь, вернемся сюда. Что произошло? Крушение. Это я понял. Но от чего? Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Впереди враг! Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать.
смотри, факел. Факел делается из дерева. Это жаровня. Жаровня. Тут вроде что-то написано. Прочитай. Здорово дрались! Ты мёд? Какая наблюдательность! И безрассудство! Будь начеку, когда зажигаешь светильники. За эти скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов! В озере девяти их полно. Многие могут покинуть этот мир. А нам вот повезло. Мы останемся в Мидгарде, пока не уладим наши дела. Может, ты им поможешь? У нас нет желания помогать тебе, дух. Но вы уже помогли. Мне просто хотелось снова увидеть небо. Прощайте. Идем, ни к чему отвлекаться. Надо бы посматривать, вдруг еще духи появятся. Я же сказал, не отвлекаться. Но им же нужна помощь. Они духи, сын. Мертвецы. У них нет нужд, только желание. Я думаю, их нельзя бросать. Ничего пройдет. Мама бы им помогла. Что ты сказал? Ничего. Вот то-то же. Смотри, еще жаровня. И ты хочешь зажечь ее? Можно? Квекия. Я справился?
со временем. Невероятно. Вы оба живы? Привет. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. С каждой зимой оно становится все сильнее. Ты знаешь причину? Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп, многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо. Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. И здесь мировой змей. Я же говорил, он большой. Можно причалить здесь. Ну? Что ну? Жаровня. Как хочешь. Квейкья.
сюда. Ха-ха, отлично. Кто бы мог подумать, что я снова увижу такую драку. Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра. Но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Нужно найти еще несколько таких. Может, другой скажет что-то важное. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. А мировой змей знает, что часть его тела лежит здесь? Еще одна для коллекции. Квейкья! Ну, попробовать стоило. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Я не прочту, пока не соберем весь шифр.
Оставшиеся части диска с шифром. Место! Я еще не видел такого огромного водопада. Хочешь здесь высадиться? Смотри. Еще одна карта сокровищ. Вот это находка! Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством.
Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его. И его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего. Его не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Ну, хорошо. Большие. Наверняка эти ворота можно как-то открыть. Сюда. Любопытно. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Читай. Слушаюсь. Эти руны означают «внутри смерть».
Ну, за работу. Ну что, удачной тебе резни. Сын. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок?
Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый ношу. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда! Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости? Это что? Рог. Вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рог! Нет. Мы испытываем твою волю. Воля у меня есть. Сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. Если ты не подуешь, и я не буду. Будь готов! Да! Получай! Если повезет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком.
Ужасно пахнет. Это яд. Место! Сын, здесь еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Я не могу прочитать. Я же говорил, нам нужен ключ. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Ох, что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой нитшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Какой здесь туман? Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить? Твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока.
Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да. Но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно, тогда я просто... Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Держись подальше от драугров! Я буду делать больше. Только скажи. Все гномы странные, как Брок и Синдри. Нет. Почему они не могут поладить? Они же родня. Нас это не касается, сын. Ладно.
Я что-то вижу, наверху. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Атрей, за мной!